Несколько минут назад завершился матч Нарватранс-Тамика. Рядом со мной нападающий Нарватранс Артем Шкинев, который сегодня отличился. Артем, что не получилось в первую очередь? Второе поражение подряд. Ну, не знаю, видимо, команда просто не сыграна до конца, чтобы показать как бы, свою игру. Потому что почти большинство игроков новенькие все. Никто не сыгран, и первый раз друга видят. Видимо, надо тренироваться, набирать форму, чтобы показывать лучший результат. Сегодня ты вышел на замену. Как складывалась твоя игра? Удалось отличиться. Что скажешь? Опиши немножко забитый гол. Да как сказать, это не мой гол, это гол команды, прежде всего, потому что как бы, никто не может забивать свой гол, ты, если гол, ты сразу команда, потому что вся команда играет. Прострелили, забил гол. В дальнейшем были моменты, у тебя еще удар головой опасный был, что не получилось в том эпизоде? Ну, я не ожидал, думал, когда пролетит мяч, и вижу, уже на голову летит, начал бить. Неожиданный удар. И что скажешь в заключение о сопернике? Как соперник сегодня играл? За счет чего удалось Тартусам переиграть нашу команду? Ну, видимо, дисциплина на поле была. Кого команды видно было, что боролись, кого хотели. И уже были 3 очка, и они их получили. Спасибо за игру. Удачи. Спасибо.